Продолжаем обзор поставщиков, и сегодня у нас сразу будет два таких скромненьких поставщика. Это Франсин Деларош и Оскар Фарадей. Техники у них немного, поэтому все это дело уместится вполне себе в одно видео. А что интересного? Давайте смотреть Франсин Деларош. Давайте по порядку сверху начнем с премов. Что здесь интересного? IMX30B2 отличный ОБТ, но он не особо сильно отличается от такого же прокачиваемого, который вы можете получить, в принципе, бесплатно. Только понять, где еще. Вот он, да. Вот он на 4-м левеле, также Бренус. А вот он, его премиумная версия. Там, в принципе, отличается только тем, пожалуй, что, чтоб тебя... Только тем, что здесь ДЗХ есть сверху, а у, по-моему, прокачиваемого ее нету. IMX10P90 неплохая ИТ-шка. Одна из моих любимых ИТ колесных IMX10RCR, очень комфортная ИТ с двумя выстрелами подряд, да еще и на месте разворачивается, классная штука. К21 это ББМ-ка с птурами, которые пикируют сверху, крышебойки так называемые. В принципе, интересная, хорошая автопушка, эти птуры, интересная ББМ-ка. Леклер Т40 все так же, все еще может, довольно крепкая ИТ для врывов с автопушкой, плюс эти самые птуры, которые улетают вверх и потом пикируют сверху, атака сверху. Все еще может разрывать своей автопушкой, так что Леклерк опасен, но требует прямых рук. Далее, по прокачиваемой технике, что здесь интересного есть? Начинается это все вот с этой основы, это вот эта ветка, французская ветка, не сказать, что ОБТ, ветка ОБТ, потому что она начинается с ОБТ, потом идет ИТ-шка, потом опять ОБТ, потом опять ИТ и заканчивается топовыми леклерками. В целом супер интересная ветка, я бы сказал так. И ОБТ классные, и ИТ-хи эти две классные, это Мефисто с двумя дуплетами, шикарная вещь, у ЦЭшки есть. И обычные птуры неплохие, и крышебойки тебе есть, и там десант есть попробовать, если вы начинаете качать все это дело. Плюс у каждого этого танка, если зайти в улучшение, у вас просто будут разбегаться глаза от количества этих улучшений. Здесь именно есть выбор, то есть в каждой этой машине есть какой-то выбор улучшений. Вы подстраиваете под свои нужды, очень интересная тема. По сути, это единственный поставщик, который дает вам вот такую технику с таким количеством улучшений, а не просто типа вот тебе топовые снаряды, топовая пушка, полетели. Нет, здесь можно будет повыбирать модули, так что ветка очень классная с разветвлениями. OF40, ну его просто сюда, он тупиковый, запихнули. Раньше был у другого поставщика такой себе ОБТ. IMX13 DCA это такой терминатор на минималках, я бы сказал. Неплохая такая ББМ-очка с двумя автопушками, жесткая, может нагибать. Дальше, здесь у нас идет, ну, в общем-то, тоже довольно интересная Type 16 ИТ колесная, там со своей фишкой одной. Все это переходит в Harry Mau, который в последнее время похорошел. Он мне и до этого нравился, сейчас еще сильнее похорошел, там просто адский барабан. Все это еще так разветвляется на АС-21, ББМ-ка довольно большая, жирная, с незаметностью такой, если стоите на месте, она там есть, если едете, то не очень. Фишка, одна из фишек, это то, что здесь есть два минометчика. Мне нравится, интересный аппарат, своеобразный. Также есть другой вариант, пойти здесь, в общем-то, все это можно... Тупиковых здесь уже нету, можно на К-153 пойти, маленький мобиль, очень такая маленькая незаметная ББМ-ка с хорошим обзором и крышебойными птурами. И плюс заканчивается это все с помощью К-2, в общем-то все еще неплохой ОБТ с барабаном. Далее, ну здесь, как я уже сказал, тоже ветка очень интересная, заканчивается леклерками, леклерки тоже своеобразные интересные ОБТ. И здесь у нас получается ариетка, она тупиковая, довольно хороший ОБТ тоже, ничего такого плохого не могу сказать о нем. Далее, что еще есть? Здесь есть парочка переходов, точнее это, наверное, наоборот оттуда переход, а вот здесь как раз есть переход на Гриффина, и мы, соответственно, плавно перемещаемся к последнему поставщику в нашей игре, это Оскар Фарадей. Здесь техники очень мало.
Вот эти, по-моему, начинаются с того, что здесь есть требования, которые нужно выполнить, чтобы открыть вообще эту технику и прокачивать. Здесь получается переход на Гриффина. Гриффин классная, интересная ББМка. Hellfire сейчас особенно разрывает своими дуплетами. Но он тоже получается тупиковый. Хотя нет, здесь, по-моему, должен быть же, да? Сейчас посмотрим. Если здесь лицензия... Нет, все-таки этот именно тупиковый, да, здесь никаких лицензий, здесь все идет с помощью, вот как есть, линейно. То есть, вот видите, стрелочки есть, значит, дальше пойдете. Если стрелочек нет, никуда не пойдете. Hellfire тупиковый, но шикарнейшие. Всегда, в общем-то, было ИТ, а сейчас особенно. Далее, ну, начнем, наверное, все-таки начать было сверху. Что здесь есть? Довольно интересная премиумная ЛТ, Аскот ЛТ, с двумя разными башнями. Здесь у нас Shadow, это вы не сможете купить, это только доступно для тех, кто участвует в альянсах, выполняет альянсовые контракты, падают главе альянса части на этот Shadow, который он уже распределяет участникам альянса, кто участвовал в выполнении этого самого контракта. А далее, здесь у нас ТТБ, один из лучших ОБТ на 9 уровне, ну и батя Гатлинг, самый главный Гатлинг в нашей игре. Шикарнейшая все еще ИТ раздает, ух, но надо тоже прямые руки. Здесь 49-й, это мини-гатлинг, более маленький, более незаметный, полноценная ББМ-ка, но с таким гатлингом на, по-моему, 4 очереди. МГМ-166, все еще шикарнейшая ИТ с гиперзвуковыми снарядами, бревнами так называемыми, которые дамажат кого угодно с больших дистанций. Здесь у нас уже, я уже сказал, Hellfire, Griffin, две неплохие колесные ИТ, вполне себе по-своему интересные. И далее, собственно, да, здесь все. НМ-ка. НМ, птуровая, чисто птуровая ИТ-шка с обычными и крышебойными птурами, неплохая. Спрут СД, это вообще уникальная машина, которая... вмещает в себя орудие ОБТ, незаметность ББМки и так далее. Короче, три в одном. Дальше, К-21. Ну, неплохая, в целом неплохая ЛТшка, пойдет. И Корнет, куча птуров, маленькая машинка, довольно хрупкая. Птуры реализовать на 10 уровне не самая простая задачка. Плюс эта установка не вертится на 360, так что... Ну, как бы аппарат, прям скажем, не самый простой. Ну и, собственно, все. На этом поставщики заканчиваются. Если пропустили предыдущее видео, по всем поставщикам теперь есть на канале видео. Так что, если вас какой-то отдельно интересует, вы сможете по названию этого поставщика найти это видео на канале. Надеюсь, полезная была инфа. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!